Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7, урок 21. Используя числовой луч, найди произведение. 8 умножить на 0 будет 0. 8 умножить на 2 будет на 1 будет 8. 8 на 2 будет 16. 8 умножить на 3 будет 24. 8 умножить на 4 равно 32. 8 умножить на 5 равно 40. 8 умножить на 6 равно 48. 8 умножить на 7 равно 56. 8 умножить на 8 равно 64. 8 умножить на 9 равно 72. 8 умножить на 10 равно 80. Научись считать через 8 до 80 и обратно. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. 80, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.